В регионе вступил в законную силу приговор в отношении бывшего начальника исправительной колонии, признанного виновным в получении взяток. Апелляцию Александра Гусева Свердловский областной суд оставил без удовлетворения. Так что следующие 11 лет мужчина проведет в колонии строгого режима. Ему также предстоит выплатить штраф в размере 24 миллионов рублей. По данным следствия, в марте 2011 года обвиняемый получил от родственников одного из осужденных 120 тысяч рублей и взамен обещал позаботиться о человеке. Позже, в мае 2012-2013 годов, он получил деньги всего 300 тысяч за организацию условно-досрочного освобождения. Тогда начальник колонии и был задержан полицией. Как полагает следствие, взятка передавалась в интересах осужденного лица за пособствование его условно-досрочному освобождению. Непосредственно после получения второй части взятки начальник исправительной колонии номер 62 был задержан сотрудниками службы безопасности ГУФСИН России по Свердловской области.